Футболисты команды «Мценск Прокат» стали обладателями Кубка Орловской области 2023 года. В финальном матче амчане обыграли соперников из Нарышкина команду «Русь». Итог решающей игры 2-1. Голами в команде «Мценск Прокат» отметились Андрей Мирошкин и Александр Акулов. Кстати, амчане – дебютанты соревнований, а команда из Урицкого района – прошлогодний победитель турнира. В первом же сезоне мы показали достаточно хороший результат. Конечно, хотелось бороться и за чемпионство, немножко не хватило. В следующем сезоне уже дадим бой. Домашний матч «Мценск Прокат» теперь проводит на своем поле. 2 сентября обновленный спортивный объект был открыт в парке культуры и отдыха. Помогали отремонтировать стадион предприятия «Мценска».